В международном сообществе все чаще говорят о том, что гуманитарная ситуация на востоке Украины достигла критического уровня. Однако министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер акцентирует на том, что в данной ситуации виновны скорее Янукович и Тимошенко, которые оставили Украину в таком состоянии. Гуманитарная ситуация на востоке Украины катастрофичная и требует принятия срочных решений. Об этом заявил в воскресенье вечером министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в эфире телеканала АРД. Отвечая на вопрос журналиста АРД, разочарованы ли вы в Берлине действиями Петра Порошенко, о чем в последнее время пишут немецкие СМИ, Штайнмайер отметил, что президент Украины вынужден работать с тем, что осталось ему в наследство от Тимошенко и Януковича. И это непростое наследство. Перед нами не только слабовооруженная армия, но дестабилизированная с экономической точки зрения страна, которая была в печальном экономическом состоянии еще до противостояния. Относительно ситуации на Донбассе Штайнмайер сообщил. Мы также часто контактировали с американскими друзьями. Я разговаривал с госсекретарем Керри. На мой взгляд, в США ожидают и надеются, что Минские соглашения приведут к разрядке конфликта. Поэтому я не вижу условий для того, чтобы из-за рубежа в Украину поставлялось в массовом порядке оружие.